Харків, 17 апреля, 16 год. Памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Наверное, сотни раз я здесь бывал. А вот снять как-то отдельно памятник, по-моему, и не довелось. А между тем, стоило бы. Памятник, насколько я знаю, один из самых крупных, если не самый крупный из установленных памятников Шевченко. А их установлено по всему миру более 1200, что, по-моему, рекордом является после количества установленных памятников Будде. Ну, если не считать тоталитарных лидеров. Я был удивлен этой информацией. Не Пушкин, не Шекспир, а именно Шевченко. Так, и композиция. Первая женщина у нас — это Наталья Ужвий, актриса украинского театра. Памятник был установлен, по-моему, в 30-х годах 20 века. Как бы не ошибиться, вторая женщина тоже, Наталья Ужвий, позировала. Ну, не буду врать. Есть улица Наталья Ужвий. И также у нас есть теперь улица Бучмы, который позировал, по-моему, для четырех сразу персонажей. Это тоже актер Харьковского театра. Кстати, как здесь Наталья Ужвий, Бучма рядом, так и в городе Харькове улицы рядом находятся. Еще один из известных квестов найти на этом памятнике колесо. Огромное колесо от трактора. Как ни странно, я не знаю, на видео, наверное, даже легче это будет сделать. А вживую, когда это делаешь, ну, я, по крайней мере, не сразу его обнаружил. Ну, вот сейчас я вокруг памятника уже практически обошел. И колесо, вон оно. Между ног притаилось огромное колесище. Совершенно незаметное. В общем, эволюция, вернее, в том направлении, в котором я сейчас иду, деэволюция. От крепаков, от крепостных и солдат. Шевченко сам в солдатах послужил. До рабочих, крестьян и красных командиров.